Всем-всем здравствуйте, всем здравствуйте. Мы вам хотим приветик передать от этих наших маленьких колесеньких карапузиков и грунов наших. Да, как только к ним заходишь, не знаешь даже, как их снять, потому что они все на меня прыгают. Говорят, давай веселиться, давай мы по тебе будем ползать. Как маленькие коняшки. Нужно осторожно ходить, потому что можно наступить. Они настолько шустрые. Да, шустряшки вы. Вот, все, меня в угол загнали. Загнали меня в угол. Вот конники бегут прямо. Милуся говорит, играй с ними, играй. Весели их, развлекай, чтобы набегались, напрыгались и спать потом завалились, да? Оп-оп. Все. И надо все ноги, и грызики сделать, и целовашки сделать. А как садишься, так все, на колени просто ползут. Бегом, махом. Наверх, да? Ох ты, господи, маленькие чудеса. Ой, да кто это так за ушком почесался? Прям как взрослый парень. Прям настоящая собака. Ну это ж обалдеть. Балдежные собаки такие. А ты куда забрался? И кто меня за палец кусик делает, да? Спряталась такая девчонка в уголочек. Вот, скажи, тогда если не даешь ногу кусики делать, я тебе тогда руку кусики делать буду. И покажу, что я настоящий зверь. Настоящий грозный зверь. Ты нам, мать, поверь, да? А Милуська у них и кушает, и попьет, и все. Сейчас потом я пойду, и она за мной пойдет. Потому что зубки уже большие вот у этих грызиков. Два остренькие, большие зубки. А с игрушками не хотят играть, когда рядом кто-то есть. Когда нет никого, куда можно подглядеть за ними, они с игрушками носятся. Но с живыми-то веселее, скажи, либо с людьми, либо с собаками. Да, вниз пока не спускаем, не дай бог повторения этих прошлых наших бед. Поэтому пока все прививки не будут поставлены, мы этих карандашей даже не выпустим. Не отпустим никуда. Да, ни за что и никогда. Колеси зверь. Вот, ну, передаем всем большой привет. Хорошего настроения передаем, заряд. Всех целуем, обнимаем и удачи всем желаем, да? Эти все, Милуську атакуют опять. Ну, что это за такое, а? А мамочка только целует и обнимает.